Пан Абас Галямов, політтехнолог, привітаємо його. Абас, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте, Юрий, взаимно. Спасибо, что вы с нами. У нашего гостя Абаса Галямова есть свой собственный телеграм-канал. Подписывайтесь, друзья, там много чего интересного. Мы начнем нашу беседу с темы, которая сегодня, вот буквально с самого утра, в воскресенье, она обрела резонанс. И речь идет о мирном плане Джонса. Ну, давайте так. Мирном плане, который опубликовал Джонс. А вот кому он принадлежит, Трампу или ему, вот вы мне уже скажете, что предусматривает этот так называемый или же просто мирный план, не знаю. Значит, Daily Mail, колонка Джонсона. Что он предлагает? Отказаться от требования возвращения границ 91 года. Крым остается под контролем Российской Федерации. Ввести в Украине особые меры защиты для носителей русского языка. Далее, гарантируется вступление Украины в ЕС и НАТО. Украинская армия заменит американских солдат. Это 70 тысяч воинов, которые сейчас размещаются на базах США в ЕС для защиты от России и других агрессоров, что значительно сэкономит деньги для штатов. Это, я так понимаю, прямая вот отсылка, да, к политике Трампа. Далее. Да. Провести глобальное восстановление отношений США с Россией с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнером G8 и НАТО. Это точно Джонсон или все же Трамп? Ну, последний пункт, честно говоря, я не понял. Еще раз можете озвучить? Как? Да, ну, судя по всему, наладить отношения с Россией. Звучит это так. Провести глобальное восстановление отношений США с Россией с возможностью возвращения к временам, когда Россия была респектабельным партнером G8 и НАТО. Ну, это какая-то такая абстракция. Ну, хотя, конечно, она звучит, ну, как уступка Путину. Ну да. Вот, значит, ну, Джонсон, понимаете, он всегда был немного такой, знаете, он, как и Трамп, такой чудаковатый в том смысле, что немного как Жириновский, понимаете, вот для политиков такого типа взять и изменить свою позицию, ну, это нормально. Илон Маск такой же. Помните, как он лихо начал, как он поддержал Украину в первые дни? Не просто с словами, да, а на деле, самый трудный момент, его Starlink и так далее. А потом в какой-то момент, сломался. Знаете, я думаю, как это, почему это бывает? Это очень активные люди, и для них, когда что-то не получается, это настолько, ну, то есть они не могут вот сесть и ждать, пока, так сказать, мимо тебя проплывет, знаете, как Мао Цзэдун говорил, спокойно сиди на берегу реки, и мимо тебя рано или поздно проплывет труп твоего врага. Ну, или не Мао Цзэдун, я не знаю, приписывают вроде бы ему, а то, может быть, это поговорка обычная китайская, ну, неважно, в общем, вот мысль, да. А они вот не могут спокойно сидеть. Вот это очень активные люди. Им надо, чтобы постоянно вот руки были заняты, надо что-то руками делать. И если не получилось победить Россию, ну, давай буду тогда мирить с Россией. Да? Вот мне кажется, это такое непостоянство следствие вот чрезмерно активной жизненной позиции. Вот. Но вот идея насчет того, чтобы заменить американских солдат украинскими, ну вот эта идея, мне кажется, очень крутой. Ну то есть ради этого, да, можно в принципе простить Джонсону все остальное. Вот. И к тому же, видите, вступление в НАТО и в ЕС он все-таки тоже предусматривает, а это именно то, чего хотела Украина, и то, что гарантирует ей, ну, спокойное будущее. Вот. Поэтому, то есть часть Джонсона на месте, да, а часть Джонсона, она чуть-чуть поменялась вот в силу его, как я сказал, такой его природной, жизненной природной активности, чрезмерной такой, знаете, жизненной силы. Скажите, а как вы думаете, можно я вам вопрос задам? Как украинцы отнесутся вот к этой идее, значит, чтобы их войска, 70 тысяч человек, были размещены в Европе в качестве защиты
от России вместо американцев. Мне кажется, что они должны отнестись к этому позитивно. Вы Может знаете, быть, я сейчас ошибаюсь. я объясню, как я размышляю по этому поводу. Это действительно очень интересная идея. Она такая нестандартная. В целом, я знаю, как украинское общество на это будет реагировать и как власть на это все отреагирует. Сейчас несколько дней. Мы все журналисты это будут прогревать. Кто-то со своей стороны подавать это будет по-своему, кто-то по-другому. Кто-то будет кричать «зрада», кто-то будет кричать «победа». Кто-то скажет, что это нейтральная абсолютная история, и нам что-то нужно делать. После чего мы будем наблюдать в социальных сетях, как ломы, лидеры общественного мнения, как другие, там, я не знаю, журналисты, влиятельные люди, медийные персоны и так далее, будут излагать свое мнение по этому поводу. Вот оно будет так формироваться. После чего у пресс-секретаря президента или непосредственно у самого президента или там у господина Подоляка, да, советника офиса президента, спросят, как вы к этому относитесь. И он скажет, что это не имеет ничего там общего с реальностью, но я думаю, что градус риторики будет зависеть от того, как украинское общество будет в целом воспринимать эту идею. Потому что в глазах украинцев Джонсон – это Черчилль. Это человек, который приезжал там, да, до войны, после войны в первые дни. Он гулял по Киеву с Зеленским. Зеленский говорил, помните о чем? Конечно. Мне Джонсон, главе своей охраны, мне Джонсон предлагает по Крещатику погулять. Там несколько дней война идет, Джонсон предлагает по Майдану по Крещатику погулять. И ему отвечает руководитель охраны. Ну, Джонсон хочет, пусть идет гуляет, мы пока вас не отпускаем. Но вот они гуляли. Вот знаете, вот железный Джонсон, вот такое впечатление. Поэтому мне трудно сказать конкретно по этому пункту украинские военные в Европе. Но в целом мой прогноз вот будет так по поводу будущего, да, будущей реакции и украинского общества, и части активного общества, и власти в целом на этот план. Ну вот лично вам, скажите, вот лично вам нравится эта идея или нет? Идея размещения украинских войск да, в Европе? Да, да, да. Я не могу сказать, что нравится, если честно. Ну, да? Понимаете, да. Здесь учитываются интересы Соединенных Штатов Америки. То есть я понимаю, почему Трампу это было бы выгодно. Но да. В чем выгода для Украины, я вот как бы не совсем вижу. То есть мы уже навоевались, да? Война, военные, милитари и так далее. Все слова в бесконечном обиходе украинских украинцев каждый день. И вот что-то новое, вот размещение украинских войск в Европе, зачем? Не на фронт их отправлять. Но, а таким образом Украина интегрируется в НАТО полностью, понимаете? Понимаете, это часть плана по присоединению к НАТО. Не просто вот присоединиться на бумаге, так сказать, да? Безусловно. А реально интегрироваться. То есть вся Европа окажется в зависимости от украинцев, понимаете? Путин же, так сказать, он же продолжит, хотя там последний пункт джонсоновского плана предполагает некое примирение с Путиным, да, но тот продолжит, скорее всего, не вижу оснований считать, что он вдруг, значит, посерьезнее станет, там, я не знаю, более человечным станет, более ответственным, там, вот, поэтому, курс такой конфронтационный продолжится, и в этом смысле ощущение угрозы безопасности, она постоянно будет в Европе присутствовать. Но еще долго, во всяком случае, будет в Европе присутствовать. Да? И в этой ситуации, там украинцы наши, так сказать, защитники, да, это повышает статус Украины, престиж Украины, понимаете? Это не страна, а член ЕС на задворках, так сказать, которую из милости там пустили, да, в предбаннике посидеть. А это ключевая страна Евросоюза становится, понимаете? Да, вот это вот вопрос... прям хорошая мысль. Вот сейчас можно по-другому на это посмотреть. Согласен с вами. Но я думаю, что без гарантий безопасности, реальной гарантии... Конечно, конечно, будет вопрос, типа, нам свои границы надо прикрывать, идут 50 тысяч человек, а отправим туда. Но как раз это же в рамках вступления в НАТО и вот эта пятая статья, так сказать, и так далее. Вот. Поэтому гарантии безопасности будут. И при этом вот такая интеграция. Понимаете, еще ведь есть какой аспект. Украинцы сейчас за несколько лет, украинская армия, она ведет активные боевые действия. Она, безусловно, самая боеспособная, значит, из всех там, европейских армий, всех армий демократических стран. В этой ситуации... Прекращается, представляете, война, прекращаются боевые действия.
И огромное число людей, несколько сот тысяч человек, ну, должны, привыкших воевать, умеющих воевать, должны вернуться к мирной жизни. Конечно. Я не знаю, конечно. Я не знаю, что будет с экономикой Украины, но, возможно, людям трудно будет найти себя в мирной жизни. Да, так и будет. Какое-то количество из них получит возможность продолжить военную службу, хорошо оплачиваемую. Значит, понимаете, ну, в Европе я видел, как я был в Брюсселе в штаб-квартире НАТО как-то несколько лет назад, да, и нам показывали там и военные городки в том числе. Слушайте, ну, там военные, вот, натовцы очень хорошо живут, прям. Прям очень семьями, там такие вот прям уютные домики, знаете, вот прям такие коттеджные поселки прям отличные, и зарплаты хорошие и так далее. Вот, поэтому, ну, вот для 70 тысяч человек плюс члены их семей, это такой выход из ситуации еще и с точки зрения экономики хороший. Возможно. Вот. Хотя, конечно, тут, ну, я вижу только один аспект этого дела, да, надо смотреть, ну, надо, чтобы экономисты с этим разбирались. В общем, может быть, будет, наоборот, нехватка рабочих рук, условно говоря, Украину восстанавливать после окончания войны, мне кажется, ну, я надеюсь, будут всем миром, то есть будут помогать все страны мира, то есть объем инвестиций, который потечет в украинскую экономику, будет серьезным. И понимаете, почему я так думаю? Потому что для всего мира, ну, то есть выйти на границы 91 года, предположим, не получится. Значит, и какие-то территории, ну, как минимум Крым, а скорее всего какие-то куски там Донбасса, Путин сохранит. И он будет праздновать победу. Ему очень важно будет, хотя на самом деле эта победа, так, ну, то, что называется, пирова, но он, конечно, будет ее там торжественно праздновать. Ему надо будет внушить россиянам, что мы, так сказать, победили, да? И он будет праздновать так, что весь мир там будет видеть эти там салюты, да, так сказать, вот. А для всего мира очень важно, значит, утереть нос Путину в том смысле, чтобы другие агрессоры, типа там Ирана, там Китая и так далее, не чувствовали, что агрессия окупается, да, вот. И поэтому вот это ощущение, что надо утереть нос Путину, оно будет очень сильным. И раз мы не смогли утереть ему нос на поле боя, не смогли, так сказать, ну, там, отвоевать полностью, да, вот, помочь украинцам отвоевать полностью все свои территории, то надо помочь украинцам, ну, принять их там в НАТО, в ЕС, и помочь украинцам, хотя, конечно, с НАТО там чуть сложнее, могу отдельно порассуждать, значит, почему я думаю, что сложнее будет. Но в любом случае, вот, надо помочь украинцам наладить мирную жизнь. Надо сделать ее такой, чтобы, ну, Россия обзавидовалась, да, mm-hmm. чтобы вот это ощущение праздника в России быстро испарилось. Ну, то есть, а что толку нам с этих территорий? Мы живем в нищете, у нас экономика разрушена санкциями, вот этими беспределом силовиков, да, а украинцы, вон, смотрите, как живут, там, за несколько лет отгрохали там свою страну. И чтобы, с тем, чтобы еще, вот, даже еще при жизни Путина, там, через, условно говоря, 5 лет, ну, просто небо и земля было с точки зрения качества жизни, да? Это тоже ведь часть давления на Путина. 100%. Да, и поэтому, значит, вот, может быть, если это будет происходить, как раз нужны будут рабочие руки. И, может быть, я ошибаюсь, говоря о том, что вот 70 тысяч человек найдут себя там, да? Может быть, эти 70 тысяч человек нужны будут как раз в Украине. Поэтому я к тому, что, ну, я сейчас, вы мне вот рассказали, я эту новость еще не видел. И я, так сказать, с листа спонтанно рассуждаю, да, разные аспекты пытаюсь вот с разных, под разным углом посмотреть на эту тему. Поэтому то, что я сказал, это про эти 70 тысяч, да, это может быть и не так. Может быть, повторюсь, они будут нужны. Нужно, чтобы экономисты оценили, я же не экономист, в конце концов, да, перспективы вообще рынка труда в Украине вот после окончания войны и так далее, и так далее. Как-то так. Да, еще одна важная история, она касается, ну, вот, да, со стороны Украины тут понятно, окей. Давайте даже предположим, вот допустим, да, что все пункты Украина окает. Ну вот предположим, что все подходит. А Россия? А Путин пойдет на это? А Путин пойдет на то, что Украина будет частью НАТО, будет частью Европейского Союза?
Нет, значит, Путина придется к этому принуждать. И, возможно, вот эти слова Трампа о том, что я предложу им немедленно заключить мир. Ну, вернее, Трамп не совсем так сказал, но это утечки были из его лагеря. Якобы его план заключается в том, что предлагаю немедленно остановиться вот там, где линия разделения пролегает. А если отказывается Украина, то мы прекращаем ей поставки оружия. А если отказывается Путин, Украина соглашается, а Путин отказывается, то тогда мы, наоборот, резко увеличиваем поставки оружия. И в этой ситуации, значит, для Путина, ну, ему придется в какой-то момент остановиться. Понимаете, ну, то есть Америка даст разрешение использовать свое оружие там большую глубину, да, на всю территорию России, условно говоря. Если у украинцев огромное количество там вот этих дальнобойных ракет, но они выносят там всю экономику европейской части России, а это основная часть нашей экономики. Вот. И там, условно говоря, там, ну, там несколько нефтеперерабатывающих заводов сжечь, и это же, ну, это парализует вообще центр страны, мне кажется. Да? Топлива не будет хватать. Вот, в общем, вот это вот, вот этот план, понимаете, мы же пока всего лишь предполагаем, это уже статью написал Джонсон, но по итогам визита к Трампу, да. Вот, поэтому, насколько план, так сказать, Трамп готов это поддержать, но если план Трампа вот сработает вот в этой части, то есть резко увеличиваем поставки оружия Украине, ну, тогда Путину через полгода, там, через год все равно придется с этим соглашаться, я думаю. Вот. Смотрите, если сам не согласится, ну, что, ну, пусть уходит в отставку на пенсию, так сказать. Пусть ставит на себя преемника, который с этим согласится. Условно, там, Собянин, я не знаю. Вот. Или там Дмитрия Козака, например. Тоже вариант. Вот. Давайте посмотрим, что будет. А если вот, да, предположить, что Путин тоже соглашается, то он тогда, он должен что-то сказать народу. Он должен сказать: так, слушайте, мы эту войну почему начинали? Там же НАТО где-то было рядом, инфраструктура расширяется. Я начал эту войну, чтобы взять Киев за 3 дня и остановить продвижение НАТО. Получил, и, конечно же, тут еще в соседнюю Финляндию, которая стала членом НАТО, и там чуть дальше еще Швеция. Ну, там количество членов альянса, блока увеличилось. А тут еще и Украина третья увеличится. Что ему в таком случае сказать своему народу? Ну, конечно, что сказать он найдет. Он скажет: мы им показали, так сказать, слабили Кузькину мать, там, украинскую, уничтожили украинскую, значит, военную промышленность, военную машину, хотя она, наоборот, окрепла, набралась опыта. Вот. Да, он найдет, что сказать, но вопрос не в том, что он скажет, а в том, насколько ему поверят, насколько убедительным это будет. А вот это, конечно, нет. То есть никто спорить не будет. Россияне устали воевать, и спорить с Путиным, который останавливает войну, понимаете, ну это как бы вроде еще получается, ты хочешь продолжать воевать? Да? Как спорить с Путиным, который говорит: все, мы выиграли, значит, останавливаю войну, а ты кричишь: нет, ты врешь, мы не выиграли, надо продолжать воевать. Но люди-то не хотят воевать. Поэтому они сделают вид, что они поверили, особенно, ну, за исключением какого-то небольшого сегмента вот этих чокнутых Z-патриотов, они, конечно, будут визжать, но поскольку большая их часть трусовата, Кремль уже это продемонстрировал, напугав их серией уголовных дел, вот, ну, кого-нибудь посадят, типа Гиркина, самых крикливых, вот, остальные заткнутся. Все остальные сделают вид, что поверили, даже с удовольствием будут ходить там на эти фейерверки смотреть. Вот, ну, дальше, конечно, вот, чем дальше, тем больше будет ускоренно осуществляться такая эрозия остатков доверия к нему, значит, его социальная база продолжит сокращаться, потому что в глубине души люди будут, конечно, понимать, что обмешурился Владимир Владимирович, значит, результат получился такой хреновенький, угробил экономику, угробил сотни тысяч людей, вот, и превратил страну в маргинала реального, ну вот, по сути, возродил тоталитарный режим, вот,
И все это ради чего? Ради того, чтобы там кусок Херсонской области, кусок, значит, этой... Запорожской. Запорожской, да, Запорожской. и кусок Запорожской области заполучить. А то у нас земли мало, так сказать, да? Вот. Ну, то есть для Путина это вариант совершенно не айс. Да, но я думаю, что... И, в принципе, он бы, конечно, предпочел продолжать воевать. Но я думаю, что если вот объем поставок оружия Америка резко увеличит, то ну, он долго не протянет. Но россияне уже воюют там на танках. Уже танки 60-х, говорят, годов заканчиваются. Уже расконсервируют танки там, 50-х годов. То есть сталинские Т-34-ки. Вот. Ну, с такой техникой-то чем дальше ты будешь воевать, тем выше количество жертв будет. Особенно если украинцы продолжат вооружаться современным оружием, а ты там, значит, скоро с каменными топорами уже будешь в атаку ходить. Ну, долго-то он вот в таком формате, я думаю, не протянет. А он сможет удержать власть после окончания войны? Я говорю, поначалу он ее удержит, люди будут рады самому факту окончания войны. Но потом вот начнется все ускоряющаяся эрозия, потому что ведь санкции, скорее всего, не снимут. Да и силовики, даже если санкции начнут смягчать, видите, план Джонсона вроде как и это предполагает, но силовики, их это как вот зубная паста, ее обратно в тюбик не засунешь. Вот, и когда ты ее уже выдавил, они уже окрепли настолько, что они все равно, даже если санкции будут снимать, они не позволят российскому инвестиционному климату восстановиться. Вот, они продолжат уничтожать бизнес. Вот, поэтому экономика будет все равно ухудшаться, и люди в такой ситуации, они будут, понимаете, все, чем дальше, тем больше у них будет вставать вопрос, а зачем вообще все это надо было, вот если теперь мы так плохо живем, все хуже и хуже из-за этого, да? Вот, и это будет работать, конечно, против Путина, и через несколько лет его рейтинг опять будет стремиться к нулю, его популярность, значит, ну, то есть его популярность будет падать, в элитах все больше будут сомневаться в нем, ну, в том смысле, что окончательно, понимаете, пока еще Путин не проиграл, война еще продолжается. Да? А вот когда будет зафиксировано, что все, он проиграл, элиты-то вот как раз не купятся на все эти разговоры, так сказать. Они прекрасно поймут, что проиграл. Вот. И отношение к нему вот в этом смысле оно начнет меняться. То есть он перестанет быть безусловным авторитетом. Он и так переставал. Это и без того происходило еще до войны. И сейчас в какие-то моменты это происходит. Но, тем не менее, поскольку поражение еще не зафиксировано, ну, все равно боятся, все равно опасаются, все равно уважают. А вот когда будет зафиксировано поражение, повторюсь, вот эрозия начнется. И удержать власть вот в такой ситуации, ну, будет сложнее. Ну, то есть вопрос, сейчас невозможно предсказать, свергнут его, условно говоря, или не свергнут, потому что непонятно, что будет силовиками, насколько плоха будет экономика, то есть достанется денег кормить силовиков или нет, потому что деньги же заканчиваются, в общем-то, да, и дальше будут заканчиваться, наверное. Вот. В общем, много факторов, которые пока, ну, то есть это уравнение с большим количеством неизвестных пока, понимаете. Вот, пока только могу сказать, что да, его позиции будут слабеть. В случае, если вот его успех не будет зафиксирован, если результат будет сочтен как, ну, такой плохой, неубедительный. Вот. Его позиция будет слабеть, но в достаточной ли степени, чтобы его свергнуть. Ну, тут, видите, еще возраст будет накладываться, да, и это тоже будет работать против него. Знаете, он может попробовать сыграть в такой радикальный проект, как, допустим, реальный переход от капитализма к социализму. Вот, и я про это уже писал. Эту тему сейчас прорабатывают так условные тихоновцы, да, это кружок, который собрался вокруг Катерины Тихоновой, дочери президента. Вокруг нее там значительная часть второго поколения путинской элиты, вот такой молодежи, значит, группируется сейчас. И они уже
Вот я где-то с недели три назад, может, с месяца назад, нет, недели три, наверное, месяца еще нет, написал большую, большую статью, где я все это описал, так сказать, да, вот, и там я приводил цитаты из статьи, написанной министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Чекунковым, это один из членов кружка Тихоновой. Вот, и он прямо так сказал, нужен, так сказать, патриотический социализм. Предпринимательский класс не оправдал себя, так сказать. Ну, вот слово капитализм он не произносит, но, по сути, речь идет о том, чтобы национализировать экономику и начать строить социализм. А буквально вчера, значит, глава Россельхознадзора Данкарт тоже заявил, что нужно восстановить государственную монополию на экспорт зерна. Да, и когда он объяснял, почему это надо сделать, он тоже сказал, что социализм это круто, там, это советский социализм, это было очень эффективно. Вот. Ну, то есть, на самом деле, эти идеи там уже бродят, и, в принципе, он может попытаться, это можно подвести к вот этой, к окончанию войны, знаете, каким образом, что, да, горячая фаза войны закончилась, мы, так сказать, показали свою силу, они к нам не сунутся, но, конечно, противостояние продолжится в формате, значит, вот войны такой холодной, и поэтому они будут на нас давить, поэтому нам, значит, нельзя расслабляться, нам надо полностью мобилизоваться, развиваться с опорой на собственные силы, ну, идеалы чучхе такие, да. И для этого, скажет, значит, социализм, собственно говоря, и придумал был когда-то для таких вещей, да, ну, в том числе для таких. Вот. Мобилизационная экономика это государственная экономика. Да? Задачи вот мирного этапа развития страны, который мы лишали до войны, вот, они сменяются сейчас задачами другого порядка. И если рыночные отношения были адекватны тем задачам мирного этапа развития, да, и они способствовали развитию, и страна развивалась, росла, и уровень жизни рос, так что скажем, мол, дескать, им всем спасибо, но вот теперь мы переходим к противостоянию в долгую, да, это будет соревнование системы, которая там десятилетия длится, и для этого нам надо мобилизоваться, посмотрите, вот как Китай замечательно, значит, там развивается с социализмом, да, и мы поэтому давайте тоже по этому пути пойдем. И это даст ему несколько лет, значит, передышки. Вот эта штука, да. То есть начнется процесс обобществления средств производства. Уж каким образом, не знаю, будет это делаться. Отбирать ли будут или, наоборот, выкупать там по справедливой цене. Но, тем не менее, вот этот процесс будет идти. И весь народ, обалдев, так сказать, от всего этого происходящего, сядет и будет сидеть ждать результата. Да, то есть удастся вот людей увлечь зрелищем. То есть все будут понимать, что, ну окей, пока рано, так сказать, ждать роста качества жизни, да, вот только-только, так сказать, начинает все, государственная машина перенастраивается. В общем, несколько лет передышки он себе вот таким образом может купить. Как-то так. Так, еще вас хочу расспросить по поводу протестов. Краснодар, Анапа и так далее. То есть нет света, люди выходят на улицы. Понятно, что, то есть, первый вопрос, который возникает у любого украинского журналиста, это есть ли потенциал, то есть могут ли эти протесты расшириться? Или вот как я у Гудкова сегодня спрашиваю, у Геннадия Владимировича, он говорит, он перебивает меня, говорит, да, я не заканчивайте даже этот вопрос. Я знаю, к чему вы ведете, ничего не будет, потому что, и начинает перечислять, наводнения были, погибшие были, всем плевать, 3 дня прошло, люди забыли. Заморозки были, тепла не было. 3 дня прошло, не, кто-то погиб, люди забыли. Не-не-не, я как человек, который вот на земле работал много с общественным мнением, значит, ведя избирательную кампанию, ты постоянно мониторишь общественное настроение. Вот, я скажу, что это не так бывает. Это не то, чтобы... Один раз что-то случилось, и раз не взорвалось, то это, значит, все обнулилось, да, и снова с нуля начинаем играть дальше. Не, эти вещи копятся, эти обиды копятся. Любая революция – это результат длительного накопления. Вот кто из накопления вот этих обид, претензий, неудовлетворенных желаний, вот. Тот, кто изучал сопромат, знает понятие, по-моему, я-то его не изучал, поэтому могу ошибаться, по-моему, усталость материала.
Вот в общественных отношениях это то же самое. Многократное воздействие на материал, хотя формально не ломает, оно постепенно, вот происходит накопление вот этой усталости, да, структурные какие-то изменения там начинаются. И в конце концов деталь ломается. Вот. Не по результатам однократного воздействия, а вот многократного накопления вот этой усталости, когда на поверхности, казалось бы, ничего не происходит. Ну, то есть, условно говоря, надавили, там болт выдержал, там, да. Ну, значит, все можно давить до бесконечности. Ага. Нет. Нет, нельзя до бесконечности давить. В какой-то момент будешь продолжать давить, там, оказывать давление вот с той же силой, и он раз сломается. Вчера он, позавчера в результате давления такой же силы не сломался, а сегодня сломался. Понимаете? Поэтому вот это все не проходит бесследно. Значит, повторюсь, это любая революция, это когда вот, ну, сколько можно терпеть, ну, достали уже первое, второе, третье, четвертое, пятое, десятое, и вот там. Чеченцы, например, про депортацию 44-го года, казалось бы, не вспоминали несколько десятилетий. Ну, все забыли и все проехали. А в 90-е годы раз и вспомнили. И вы объявили о выходе из состава России. Понимаете? И когда они объявляли о выходе из состава России, в их публичном дискурсе память о той депортации 50-летней давности, да, там 40-летней, казалось бы, уже забытой, да, была, ну, сыграла очень важную роль. Вот, поэтому память у народа на самом деле такая, длинная. Народ это такая штука злопамятная. Вот. Это только вот на поверхности кажется, что все проехали, забыли. Не, не так. Потом припомнят. Вот. Поэтому я не утверждаю, что сейчас это все взорвется. Да? Режим еще в достаточной степени силен, силовики еще лояльны. Вот. Но это будет продолжать, ну, то есть это часть вот той невидимой глазу работы по износу этого материала, да, которая ну, вот, должна делаться, и она происходит. Вот я бы как-то так сказал. Можно, пожалуйста, в заключение с последним вопросом к вам обратиться? Он будет касаться мобилизации. Почему? Потому что у меня в эфире Дмитрий Гудков сказал о том, что там на 6 июня планировалось, потом есть какие-то там распоряжения с военкоматов, в общем, что-то такое он говорил. И вот якобы на 6 сентября это может готовиться. Не знаю, может готовиться, не может. Я этого не знаю, вот просто передаю то, что мне сказал Гудков. И я у кого-то тоже спрашиваю со спикера, говорю, слушайте, насколько это возможно? Он говорит, я буду рад, если это будет возможно. Я спрашиваю, почему? Это же дополнительное количество людей на фронте. Нам придется худо. И он говорит, вы не понимаете. Дело в том, что как только он это сделает, его просто снесут. Что вы думаете по этому поводу? Сделает он это? И снесут ли его? Или он не пойдет дальше? Снести не снесут, наверное. Все-таки, повторюсь, силовики еще в достаточной степени лояльны и разберутся, так сказать. Вот. Но, конечно, недовольство будет гораздо посильнее, чем вот в результате этих отключений электричества. То есть, конечно, народ... Даже та первая волна, хотя она была... Ну, гораздо менее негативно в том смысле, что еще была надежда, ну, воевали всего полгода, понимаете, была надежда, что, ну, сейчас вот, ладно, мобилизуемся, навалимся и быстренько, значит, победим, мы вернемся домой с победой. А сейчас таких иллюзий уже нет, да, и если первая волна привела к резкому изменению соотношения сил в обществе, допустим, в сентябре 22 года, согласно данным Левада-центра, количество людей, которые выступали за продолжение войны и за переход к мирным переговорам, было 1:1, по 44%, если не ошибаюсь. А в октябре 22 года, через месяц после начала мобилизации, соотношение, Левада-центр снова задал этот вопрос, соотношение было уже совсем другим. Число людей, которые говорили, надо продолжать войну, упало с 44 до 32 или 33. Вот. А число людей, которые говорили, что надо переходить к мирным переговорам, выросло с 44 почти до 60, 59, по-моему.
Вот. И сейчас тоже такой же рывок будет, даже еще более сильный, повторюсь, потому что сейчас уже нет иллюзий относительно возможности будущей победы. Поэтому, значит, недовольство будет, и поэтому, если Путин в военном смысле слова может себе позволить обойтись без мобилизации, он, конечно, не будет мобилизацию делать. Он будет воевать теми силами, что у них есть. Но если вот военные ему говорят, ну все, Владимир Владимирович, либо вот мы все проиграли, ну, либо надо делать мобилизацию. Вот если вопрос так встанет, тогда он пойдет на мобилизацию. Да, потому что для него проиграть это хуже.